чаво. Я сейчас тебя чавокну, чаво! Идиотка! Послал барина! Не зашиблись? С первых дней советской власти отношения государства и женщины узаконены Конституцией. В 1918-м за гражданкой РСФСР закрепляют избирательное право. В 1936-м к обязанности женщины трудиться наравне с мужчиной добавляется право на охраняемое государством материнство. Яркий, полезный, твой. Кузбасс Первый HD. С первого дня 2020 года на 21-м канале.